По информации МЧС, за 7 месяцев в регионе сгорели 56 транспортных средств и 9 торговых помещений. Всего за указанный период было зарегистрировано 570 пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС, чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем при курении привело к 57 пожарам. К слову, 6 пожаров произошли из-за детской шалости с огнем, а 29 возгораний были зарегистрированы по вине поджигателей.